Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня получил долгожданную посылочку с России от моего, будем говорить, верного подписчика Алексея, который живет в Московской области, село Растунова. Он прислал на... Честно, я не помню уже все, как мы переписывались, но он написал модель телефона, это китаец, называется Jingle Simple F200N на две сим-карточки. Прислал он его в такой большой коробке. Конечно, почта России, как и почта Украины, всегда химичит. Можно было обойтись маленькой коробкой и был бы меньше вес. Но у этих почт фиксированная цена от 0 грамм до 250 одна цена, после 250 до 500 другая цена и так далее. Поэтому они решили упаковать вот так. Ну, давайте смотреть. Алексей, посылочку я сегодня забрал и, как и обещал, пилю видосик. Пилю почему так поздно, потому что только закончили соседи перфорировать все стены. Перфоратом работаю так, что нету смысла вообще снимать. Будем слушать только звуки перфоратора, но не наш обзор. Я не знаю, заряжен, не заряжен телефон. Ну, вот как обычно, как у нас на Укрпочте, куча бумаги. И вот наш долгожданный телефончик. Так, скальпель убираем в сторону. Делаем побольше ракурс. Simple F200N Jingle. Так, давайте сразу смотреть. Значит, что у него? Процессор Speedrum 6533. RAM 64, ROM 32. Количество сим-карт 2. Стандарт связи GSM 850, 900, 1800, 1900. Ну, стандартный. Дисплей 1.77 QQVGA, LCD 128 на 160 пикселей, камеры нет, FM-тюнер есть, Bluetooth есть, второе поколение, я читал за этот телефон, аккумулятор 600 мАч, слабенький, габариты 113, 46 ширина и 14 толщина, вес, не знаю, с аккумулятором или без, 41 грамм, комплектация телефона, аккумулятор, зарядка, инструкция, гарантийный талон. Black Blue. Черный с синим. Открываем. Получаем. Открываем. Все. Это у нас, я так понимаю, гарантийка. Краткое руководство пользователя и гарантийный талон. Ну, вот так китайцы выпускают. Ну, по-моему, это серия Jingle, как вот у нас в Украине есть Nomi фирма. Непонятно какая. Не No Name, а Nomi. Поэтому, ну, наверное, из этой серии. Так, давайте смотреть. Не знаю, есть ли аккумуляторная батарея или нет. 3,5, по-моему, миллиметров наушники. Вот у нас отверстие под микрофон. Фонарик стандартно. Ну, воткните камеру 0,3. Нет. Экономия, как учили раньше в СССР, должна быть экономной. Молодцы китайцы. Заветы Ильича процветают. Ну, вот что мы видим. Две полноразмерные симки. БЛ-ка 5. Под оригинал сделано. Аккумулятор литий-ионы для телефона Jingle Simple F200. Жесткие. Плюс есть карта для расширения. Отлично. Не знаю, сейчас попробуем. Я не знаю, заряжен ли аккумулятор. И как вообще Почта России пропустила... Так, аккумуляторные батареи, потому что обычно они не пускают, это я знаю точно. Потому что раньше в Китае, когда я начинал торговать, иногда не пускали батареи. Поэтому иногда телефоны приходили с аккумуляторами, а те китайцы, которые жим-жим одно место, они просто не ложили АКБ. Поэтому это был цирк на дроте, конечно говоря. Потому что аккумуляторы взрывались, сдувались, всегда это было, есть и будет. Ну что, с Богом. С Богом не получилось, потому что китаец.
Да. Веселье час и боль разлуки. Давай делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки, а лучше ноги. И в дальний путь на долгие года. Так, ну попробую этот, хотя не заряжал. Что у нас по пломбам? Пломба на месте. Джинга. Вот так. Ставьте сим, поиск, вторую ищет. Карту памяти вижу, уже увидел. И это радует. Потому что не все китайские телефоны, они такие капризюльки. Так. Вот у нас, это я уже знаю, надо зажать. Получается у нас фонарик. Зажимаем, отключаем. Клавиши работают. Подсветка у нас такая вот голубенько-белая. Она полностью работает. Отлично. Ну что, погнали, ребята, наши городских. Первый звонок на Украине. Короче говоря, он же слуховой, он же этот. Не сильно громкий динамик. Ну, что маем, то маем. Погнали. Меню. Ага, сделано вот так. Получается, если это черное, значит и вверху надписи. Погнали. Телефонная книга. Быстрый поиск. Поиск контактов. Все на русском. Удалить. Группы. О, можно все сделать на группы. Друзья, семья, VIP, работа, другое. Отлично. Далее, сообщение. Написать сообщение. Русская кириллица есть. Входящие, исходящие, шаблоны. Но не будем читать чужие сообщения. Далее, журнал вызовов. Пропущенные, набранные. Так, это я звонил. Очистить время вызовов. Вот, 22 секунды я сейчас лялякал. И стереть все счетчики, там все это написано. Дальше. Файлы. Внешняя карта памяти в телефоне. В телефоне, я так понимаю, ничего у нас нету. Открыть. Фотос. Открыть. Пусто. My Music. Но они должны быть пустые, потому что памяти в них, ну, 32 метра. Это вообще ничего. Вот моя карта памяти. Тут погнали игры, 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 игры. Должны быть где-то картинки. Вот, качеля громкости, как у всех, стандартная китайская. Это снежок минус, решетка плюс. Так, далее. Воспроизвести, переслать, переименовать, копировать, переместить, удалить все файлы. Ну, хоть воспроизводит, и то хорошо. Вот заметил, чем громче мелодия, качество записи лучше, тем громче играет данный телефон. Он, ну, не данный, любой телефон. Images. Ну вот, ребята, смотрите. Вот он видит эти картинки, которые на телефоне. Перелистывать можно, но вес у них большой, поэтому притормаживает чуток. Ну, слава богу, хоть показывает. Так, карту памяти видит, и это хорошо. Дальше, мультимедиа. Аудиоплеер, галерея, вот она составляется по карте памяти, которые просто валяются не в папке, видите, картиночки.
Их можно, так понимаю, поставить, по крайней мере, думаю, можно поставить, хотя может и нет. Есть видеоплеер и радио FM. Ага, здравствуйте, опять же, ставьте наушник. Ну, с наушником каждый может найти. Ну, ребят, ну, вы честно, обычно вы делали все без наушников. Нет, в этот раз прикололись. Ладно, профили звука. На улице. Настройка. iPhone. Китайцы, вы молодцы. Я с вас. Громкость, тон звонка, тон кнопок. Ну вот, все здесь все регулируете. Настройки телефона. Время и дата. Указать время. Время у нас уже 21 час 30 минут. Год у нас 2020. 07.18. Окей. Указать формат. 24, день, месяц. Вот так. Готово. Автообновление выключено. Ну, можно включить. Так, автоматическое будильники. Язык. English и русский. Молодцы, прошивочка. Предпочтительный язык про это русский писать. Параметры экрана, быстрый набор. Так, в самолете, настройка SIM, настройка сети, настройка безопасности, настройка вызовов. Далее, журнал вызовов, SIM-2. И вот смотрим, кто куда, кто звонил, какое время, все это можно очистить. Далее, службы, инфоторазваги. Смотрите, выходит, может, я так думаю, поймать, браузер, домашняя страничка, выход в интернет есть. Данные учетной записи, Киевстар, ММС, ВАП. Отлично. Игры. Одна или две? Одна. Обезьяна. Обезьяна прыгает от червяков. Хач? Ну, китайцы, ну придумайте, ну, пожалуйста, что-нибудь новенькое. Так, рекорды. Помощь. Инструкция, как пользоваться обезьяной. И органайзер. Есть у нас Bluetooth. Будильник на 3 дня. Есть календарь. Опции список задач. Можно, видите, сделать, уже сделали. Перейти к дате. Отлично настроить. Калькулятор есть. Стандартный китайский. Не изменился за сколько лет. 25. Задачи. Фонарь. Ага, можно зажать вот так, можно вручную, можно через меню. Диктофон. Опции записать. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем телефон. Джингл, мингл, джингл, бенс. Раз, два, три, четыре, пять. Так, сохранили. Ну, видите, все работает отлично. Все. Все закончилось. Ну что, ребята, прикольный телефон. Я так понимаю, он недорого стоит. У нас в Украине данная моделька стоит 229 гривен. Я не знаю, если рубль делите на 0,3, если доллар делите на 26,5 с копейками, получите эквивалентных, где кто смотрит меня. Но все отлично, дни недели, время, две сим-карты, карта расширения, все, что еще надо. Хороший телефон за небольшие деньги. Спасибо вам огромное, Алексей, за хороший телефончик. Видите, я, как и обещал, запилил вам видосик. Привет вам огромный с Украины, с города Мариуполя. Спасибо за посылочки. Так что, если у кого-то есть такие интересные телефоны, можете присылать ребята на обзор, если, конечно, они вам не нужны. Так что, как-то вот так. Ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. Всем пока-пока. Всегда ваш мистер Гудмобайл.